домой, швырнула рюкзак в угол и двинула к холодильнику. Села себе бутер с колбасой у стола. Жрать и думать. Жрать и думать. Жрать и думать. Вот Бог. Есть любовь. А кто тогда я? Кто тогда я? Сейчас я съем этот бутер с колбасой, и он станет частью меня. Но это же не означает, что я стану хлебом или колбасой. Я не стена, не пол, не потолок, не окно, не дверь. Значит, я хорошо знаю, кем я не являюсь. Я совершенно не знаю, кем являюсь. Вдруг ученица пришла подруга и принесла с собой платочек черного готичного лака. Девочки накрасили ногти и стали махать растопыренными пальцами. Стали махать растопыренными пальцами. Ученица спросила подругу. Скажи, а ты как думаешь, кто я? Подруга сказала. Дура. Почему? Тебя Тихомиров приглашал в кино? Ну, приглашал. А ты не пошла? Какой же это, ну, он мне не нравится. Ну, могла бы в кино по халяву сходить. Он же мне не нравится. Вот я и говорю, дура. Подруга ушла, ученица подумала, вот, если я люблю маму, папу и кота Барсика. И кота Барсика. И кота Барсика. Да? И кота Барсика. Это я уже на пути к Богу. Это же означает, что я на пути к Богу? Или я для этого должна обязательно полюбить даже Тихомирова? Не знаю. Я не знаю. Что ты сказал? Вот если Бог – любовь, Он же повсюду. Повсюду. Да? Да. Значит, Он во мне? И во мне. А потому путь к Богу и путь к себе – это одно и то же. Это одно и то же. Это одно и то же. А ты любишь, а? Завтра спрошу ученицы, и она скажет. Она всегда так говорит. Очень не любит, когда я ее что-нибудь спрашиваю. Ученица мелочай. Подумала, вот, кстати. Кстати. Вот, кстати. Кстати. Чай долго остывает. И чай долго не остывает. Это одно и то же. Это одно и то же. Это же одно и то же. Это одно и то же. Спрошу ученицы. Завтра обязательно спрошу ученицы. А, все равно скажет.